Новости российских компаний на РБК. В студии Мария Рудковская. Здравствуйте. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы и итальянская корпорация ТЭСМЭК ратифицировали соглашение о сотрудничестве в сфере модернизации электросетевого комплекса страны. Руководство государственного холдинга уверено, что достигнутые с итальянской стороной договоренности помогут эффективнее выполнить поставленные властями задачи. ФСК ЕС эксплуатирует 122 тысячи километров линий электропередач и обслуживает 800 подстанций. Перед компанией поставлена задача к 2014 году построить 21 тысячу километров новых линий и ввести в эксплуатацию 189 новых подстанций к началу 2015 года. Иными словами, холдингу предстоит обновить половину объектов электросетевого комплекса страны. Именно поэтому ФСК ЕС активно сотрудничает с иностранными партнерами, перенимая их опыт и наработки. Мы активно сотрудничаем практически с большинством стран Евросоюза, активно смотрим те ноу-хау, которые применяются на сегодняшний день. Соглашение подразумевает обмен технологиями, возможность применения итальянских технологий по строительству и реконструкции воздушных линий электропередач и их апробацию о дальнейшем применении в Российской Федерации.